Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуков Family, и мы сегодня продолжаем проходить такую игру, как Драйвер. Присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, ставьте лайки. У нас осталось где-то, может, стримов 2-3, чтобы пройти эту данную игру. А мы, в принципе, послушаем кассетку, так что... Для вас два новых сообщения. Так что погнали. Есть кое-кто, кого надо сделать. Не думаю, что это будет просто. У нас расплата была, но почему-то мы ее проходим, короче, повторно. Я не знаю почему, но не знаю. Видимо, игра не сохранилась. Наверное. Так. Ну, как говорится, может быть, знаете, ребят, это даже и в плюс, что все повторно. Мы просто пытаемся насолить каким-то чувакам. Вот. А я что хочу сказать по поводу второго драйвера. Многие зададут вопрос, почему у меня будет на канале только концовка драйвера. Вот, второго. Он очень сложный, и у меня сам эмулятор почему-то дико тормозит. Что встроенный эмулятор, что обычный эмулятор. Я не знаю, у меня, по-моему, Resident Evil... Silent Hill и другие подобные игрушки, даже Dino Crisis, вот, почему-то идут хорошо. А вот почему-то Driver 2 у меня, короче, плохо идет. Но... Так, последний, да, по-моему, остался. Плохо, что в этой версии карту открывать нужно через Escape. Это нифига неудобно. Хотя во втором драйвере все идет через кнопку Select. Да. Я не знаю, кстати, сколько мы миссий сможем сегодня пройти. Кстати, надо... Я забыл время засечь. Примерно сколько мы будем сидеть. Так. Сейчас. Грубо говоря, можно... Ну, посмотрим, как это все выйдет. Если не будет никаких технических проблем. Так. Надеюсь, мы правильно едем. Но почему-то вот Драйвер, она все равно хорошая игра, но в Драйвере 2 есть очень... адовые миссии, особенно последние, и почему-то в эмуляторе в том моменте все быстро идет. Если у тех чуваков они могли обгонять противника в эмуляторной версии, то почему-то во встроенном эмуляторе они это все ускорили, и все это получилось очень не очень, короче, вот. И вот за счет этого там быстро идет не только противник едет, еще бы можно было смириться, если противник едет быстро, так еще время быстро идет, и ты, получается, не можешь физически успеть не только противника расхерачить, да, там, мягко говоря, но время заканчивается, и ты такой, заебись, да. Время закончилось. Время горячих историй. Охуительных историй, да. Вот. Попробуем по-быстрому эти миссии
пройти, и нас должен ждать следующий город. Этот, по-моему, Сан-Франциско. Как в этом, в Сан-Андреасе, Сан-Франциско, во втором городе. И как поется в песне «Сан-Франциско, here's it, say no, Франциско, and you will do what I said on my head». Я не знаю, но фанаты 2000-х должны знать этот трек, да. И вот, кстати, многие такие спросят, небось, а чё ты не проходишь новые игрушки, что за говно ты играешь, у тебя, наверное, не идёт GTA 5 и даже GTA 4, да? Нет, просто не все, например, знают, что я этот, как его... приставочник. Приставочник не в том плане, сейчас многие такие скажут, ну ты же говоришь, что ты приставочник, почему у тебя нету там Соньки четвертой или Соньки хотя бы третьей? Так, а где карта, подожди. Так, так, по-моему, правильно сюда. Это мы сейчас в Майами-Бич, да? Майами-Бич. Я приставочник с первой Соньки. Я попал в первую эру 3D. И вот если бы не первая эра 3D, вы бы сейчас не видели ни репосты мои, ни YouTube. Все это, наверное, меня вдохновило. И все, наверное, скажут, да ты, наверное, смотришь на Мармока или Куплинова, или Гидеона, или Евгена, я не знаю. Но вот из всех у Мармока юмор приелся, ну, лично для меня. Куплинов, он тоже немножко, у него свой формат. Да, я понимаю, что некоторые от этого тащатся, но ты тоже начинаешь привыкать к реакции человека, к того же Мармока, Куплинова. А вот именно брать, если Гидеона или Евгена, ну, это мое мнение блогеров, то, что Гидеон простой, просто проходит, кайфует, у него нету своего формата, он просто чилит и все. А Евген, он, ну, да, там, придуривается иногда, еще что-то. Но Евген мне нравится, он, знаете, обычный. Он разговаривает с аудиторией, и как бы он отвечает на аудиторию, он понимает, что геймеров полно, и за счет этого, как сказать... Ну, с ним приятно общаться, он там проходит, что-то ты пишешь, он комментирует, ты напоминаешь, во что он играл, во что он будет играть, он вот там говорит, что хочет перепроходить, вот, тоже прикольно. Советуешь блогеру даже какую новелку поиграть, ну, новелки играет в основном Евген, Гидеон не станет, Куплинов играл из новелл только, наверное, в Доки-Доки. Но это моё, ну, как сказать, мой анализ, вот. А Гидеон, он новелл не играл, он в основном остальное играет, вот. А из девчонок, блогеров, я знаю, что они, ну, у них свой там формат, они играют то, во что хотят. И... не всегда прислушиваться к мнению подписоты. Вот. А если брать меня, да, у меня маловато там подписчиков, зрителей, не все там лайки ставят. Но я, понимаете, делаю не для того, чтобы там, типа, вот, бабки, хуябки. Бабок уже нету в Ютубе. В Ютубе тупо, я не знаю... ты выкладываешь, а то, что донатят блогерам, ну, стримерам, ютуберам за счет этого рекламы, все. Ну, если, конечно, вернется монетизация, но это маловероятно, я имею в виду для русской аудитории, вот. Они все там будут переходить на Twitch, да, там на Трова все переходят, еще куда-то.
на Рутуб не станут, на Яндекс.Дзен тем более, вот. А я снимаю, ну как сказать, для кайфа, чтобы люди посмотрели, я кайфанул, какие-то мнения свои высказал, точнее даже не мнения, а наверное впечатления, вот. А хейтеры и токсики, ребят, ну они будут всегда. Поэтому, как бы, если брать мой формат, я просто обычный приставочный чувак, и все. С 2000-х, парень 2000-х. 2.00, короче. Вот. Так, а тут надо сосредоточиться. А, я, наверное, знаю, почему я в прошлый раз не смог сохраниться. Потому что мы не дошли до следующей этой хаты. Я вспомнил. Я вспомнил, почему мы не могли это сохраниться нихера. Вот и весь секрет. Ебашь 100 лет. Акуна матата. Тимон и Пумба. Вот весь секрет. Ты ютубер, блядь. Ебашь хуять. Акуна матата. Тимон и Пумба. Я хочу тебе сказать, что хочу тебя понять, но не скажешь ты мне что-то, потому что я не ты. Я не ты, братан. Так, ну, а, едем, да. Едем в Краснодар. Так, а куда она сейчас повернет? Капитан очевидность твой папа. Капитан очевидность и баба. Но ты не скажешь пока, ведь хватит тебе на бока. Так. Так вот, что я еще хочу сказать. Меня вдохновили такие игры 2000-х, наверное, вот именно драйвер. Потому что я знал на тот момент, это был 4-й год. Да, в 4-м году, скорее всего, у меня еще была Сонька первая. Компьютер у меня, наверное, появился, наверное, в году 6-м. Когда еще San Andreas появилась на ПК. Вот, ну еще были пиратские версии вроде. Насчет интернета я вообще молчу, у меня вроде даже интернета не было. У меня интернет, наверное, появился в году 7-м или даже 8-м. Модемовский интернет. Вот. И на меня повлияла, наверное, серия Silent Hill. Resident Evil. Я помню, у меня брат Resident Evil 3 прошел двоюродный. Я был просто под таким впечатлением. 3D на тот момент, в 4-м году, представьте, сносить бошки зомби. Немесис тот знаменитый, я его прям на всю жизнь Немесиса запомнил. Вот. А Silent Hill вообще мне башню сорвал. Атмосфера Акиры Ямаока, это просто... просто зашибись. Так, вот и работа в казино. Ну что, погнали? Вот теперь у нас и новый город Сан-Франциско. Новый город мы ведем. Тоже приятно. Все-таки драйвер, как сказать, крутая игрушка. Вот знаете, вот если бы такая графика была бы во второй GTA-шке, блин, мне бы все играли, но, видимо, да, я там понимаю, что Rockstar там сделали вид сверху, но, блядь, неужели нельзя было сделать вот на технологии драйвера, сделать, ну,
даже на втором драйвере, где можно было выходить из машины, блять, ну реально сделать что-то прикольное. Но, видимо, Rockstar не захотели, и вот драйвер стал даже чем-то культом. И постоянно, наверное, была вот эта борьба, что круче, синие носки или белые носки, да? То есть, блядь, носки одинаковые, только цвет другой. Блядь, точно. Вот. И вот это спор, блядь, ну я не знаю, знаете, ребят, сейчас типа такая конкуренция идет между батлой, Call of Duty, вот. Между NFS-кой и там Forza'ой, тот самый, да? Если даже на PS1 уже Gran Turismo было, и NFS тоже, уже была какая-то конкуренция между Gran Turismo и Need for Speed. Блин, ну, у меня нету, знаете, такого типа критерия, что ты будешь играть, батлу или Call of Duty, Gran Turismo, Forza или Need for Speed. Каждая игра, она, наверное, по-своему, ну как сказать, оригинальна, даже не уникальна, да и уникальна тоже, наверное, вот. И поэтому, да, там некоторые сейчас скажут, типа, вот, а почему так? Почему так? Вот, кстати, с Сан-Андреса этот трамвайчик едет. Тудук-тудук. Там, наверное, этот CJ поехал. Вот, миссию выполнять. Пока мы тут, это, прохлаждаемся, да, ребят? Так. И карта, кстати, на Silent Hill-овскую похожа. Вот, смотришь карту драйвера, такое оформление карты примерно было в этом. Вперед! В Silent Hill примерно такая карта же была. Блин, если бы я еще знал, куда ехать нормально, ну да ладно. Поэтому, знаете, вот почему YouTube многие смотрят, да? Я сейчас объясню по двум причинам. Либо YouTube смотрят с телефона, просто те, у кого только телефоны, ну кто не может там сидеть с компа, или у кого-то только телефон, они смотрят такие, о, там какой-то чувак играет, смеется, прикалывается, они смотрят так тупо, убить досуг. YouTube смотрят, чтобы посмотреть там реакцию прохождения какой-то там определенной конкретной игры. Или смотрят, например, игру, зная, что они там ее проходить не станут. Вот, например, я сейчас играю в драйвер. Многие не станут, например, в нее играть, да? Ну, я уже запутался со своими мыслями. Короче, просто посмотрят, чтобы посмотреть, как игра выглядела. Вот, например, если бы у меня вот так же шел бы Driver 2, я бы тоже Driver 2 бы, наверное, все-таки вам показал. Но так как я ее посмотрел, и, наверное, это самая сложная игра, хардкорная, на PlayStation 1, когда драйвер 2, просто там требовалось, наверное, везение полное, чтобы пройти полностью игру, и там понадобится попыток, не знаю, 200, чтобы всю игру пройти. Это как минимум. И если ты уже играл в него, ты понимаешь, какая там физика. Но там, сука, был интересный сюжет. Там вот, ну, чем игра брала, во-первых, 4 города, так же, как в первом драйвере. Во-вторых, выходить можно из машины, и для 2000 года, потому что драйвер второй был в 2000, это было очень классно. Да. Вот. Так что драйвер брал сюжетом. И чё? А вот. Ну, наконец-то нам можно сохраниться. Так. По-моему, мы сохранились. Так. Ага, вон газетка появилась. Новенькая. Для вас 3 новых сообщения. Ага. Ковбой, у меня есть чемоданчик, который нужно свести в одно место. Ага. Если интересуешься, перезвони мне, буду ждать. Ну, чемоданчик так чемоданчик.
отвезем. А, понятно. Короче, на то время, в 2000-е годы, драйвер просто сносил башню, потому что только, по-моему, во втором году, в конце второго года, вышла GTA 3. То есть спустя 2 года Rockstar выпустили на PlayStation 2 GTA 3, и просто GTA 3, ну, естественно, порвала всем башню. Полная там 3D, миссии, да. Но, как показывает практика, вот лично я, когда увидел управление GTA-шки 3, я реально специально качал эмулятор PS2, когда у меня еще видеокарта была чуть-чуть, ну, как сказать, позволила запустить эмулятор и запустить GTA 3. Кстати, надо проверить потом, как у меня GTA 3 на эмуляторе идет, если, конечно, я ее найду. Так вот, между ПК-версией GTA 3 и эмуляторной версией GTA 3, конечно, играть удобно версию ПК. Потому что... Чего? А, понятно. Потому что версию приставочную мне лично неудобно было играть. Там, во-первых, надо было привыкнуть к камере. Вот, стрельба там не такая прям мега удобная. Вот. Ну, там еще были проблемы в том, что игра немножко фризила даже. Поэтому там надо было, наверное, как-то по-особому настраивать еще эмулятор. Потому что проблема эмуляторов, что PS1, что PS2, а PS3 я вообще молчу. Это только недавно взломали, ну, встроили этот... Полноценно пройти можно до финала Silent Hill Downpour, который выходил на Xbox и PlayStation 3. Они поэтому его и смогли это взломать. Ну и недавно взломали эту версию тоже Xbox версии или Sony 3 версию этого Darkness 1. Вот, но я ее не видел, как она выглядит, играется. Вот. Ну, возможно, на оригинальной PS2 GTA 3 может и удобно играть со временем, но, конечно, удобнее будет PS2, ой, ПК-версия. Так, к русским горкам? Серьезно? Неплохо, неплохо к русским горкам. Так. А так, в принципе... Не знаю, знаете, вот, я считаю, у кого Sega была, сейчас вот просто затрону тему приставочников, многие любили Sega. Там были, там, прикольные игрушки, там, черепашки, Battletoads, там еще что-то. Там были классные игры про Бэтмена, про Человека-паука, реально классные, и как бы хочется даже какую-то эмуляторную игру поиграть. Я даже знаю, что мне понравилось этот, как его, каратель на Сегу. Прикольный платформер, но он сложный. Вот. Поиграю я в него или нет, там просто еще нужно настраивать звук, чтобы слышно было. Там можно и без звука, конечно, играть, но ладно. Вот. Эмуляторные игры, они прикольные, недооцененные, конечно, тот, кто не понимает. А, не русские горки, русские холмы, блин, переводчики, блин. Так. Мы почти доехали, да? Хлоп. Извиняюсь. Опа-на. Нифига себе, чуваки ходят. А, еще, ё-моё. А я сижу, думаю, стою, думал, уже миссия выполнена. Оказалось, что нет. Да, такая миссия долгая. А, ну и что на меня еще повлияло, когда у меня была Сонька первая? Естественно, на меня еще повлиял этот, Гарри Поттер. Вот Гарри Поттер, я на тот момент, когда в школе учился, я прочитал, по-моему, 3 книги по Гарри Поттеру. То есть,
философский камень, тайную комнату и узника Азкабана. И вот когда я поиграл именно с приставки не PS2, а PS1, первые две части Гарри Поттера, знаете, вот ощущение ребенка, да, на то время, когда мы все детьми были, вот, когда ты не только смотришь фильм, ты читаешь книгу, смотришь фильм. Вот, у меня, кстати, так и получилось. Я, получается, посмотрел фильмы по Гарри Поттеру, книгу прочитал по Гарри Поттеру и, получается, поиграл в две части Гарри Поттера. Вот. Но произошел такой тоже неприятный случай, когда родители мне предложили купить компьютер, они, как сказать, схитрили. Они не дали мне возможность оставить Соньку. Хотя вот у меня остался телевизор до сих пор, куда мог бы я Соньку первую до сих пор подключить. У меня были диски, там было, по-моему, ну, точно не соврать, 100 дисков. Нет, 80, да, 80 дисков. И вот представьте, 80 дисков, Сонька оригинальная, я бы мог до сих пор в нее гонять. Вот. Кому-то просто повезло. За 3000 это, как сказать, выгодно было. За 3000 получить саму Соньку. Понятное дело, что бэушную, но все же. Сонька с 80 дисками, если вот брать по 50 рублей диски стоили на тот момент, 80 на 5, ну, 400 рублей получается, грубо говоря. Если 5,8 40, то значит 400, да. Получается, 400 рублей диски Сонька стоила где-то, ну, 2600 получается вместе с дисками, да. Вообще дешево. И были там еще и эти журналы прохождения. Советы, хинты, подсказки. Вот. То есть, получается, если бы я мог не продавать Соньку, теоретически, то я бы сейчас мог гонять, опять же, в тот же там Mortal Kombat, Silent Hill, Resident Evil. Блин, я бы реально, наверное, на оригинальной бы Соньке все-таки в это задротил. Потому что... А, так я еще молчу о том, что там два джойстика было. Джойстики тоже недешево стоили, потому что пришлось отдельно, по-моему, покупать второй джойстик на тот момент. Были две карты памяти, а тут тоже докупать надо было карту памяти, вот. То есть там две карты памяти, два джойстика, и за 3000 столько приколюх. Да. Я сейчас, правда, не знаю, как диски покупать, точнее, записывать. Ну, понятное дело, что, возможно, компакт-диски, но я не знаю, как бы, читала ли бы она, ну, не оригинальные диски. Теоретически, Сонька, какая там была прошивка. Там же еще даже прошивки, по-моему, разные, вот. Но, блин, ну это было бы геморройно, потому что как бы они шли... А, ё-моё, теперь отвезти, да? А вообще, я думаю, что если прям сильно причешется когда-нибудь... Конечно, бы хотелось бы на большом телеке. Ну, не 4К. Ну, на телеке, который поддерживает тюльпаны. Хотя, я думаю, наверное, переходники какие-нибудь с тюльпанами есть. К современному монитору.
Я бы, наверное, Соньку первую бы погонял, но... Опять же, вот, например, я когда читал комментарии, кто Соньку купил, в том же DNS, по-моему, таких цифровых... Ой, ну не цифровых магазинах, а магазинах техники. Так там в чем косяк? Оказывается, Сонька за 1500 или почти 2000, я не помню, сколько она сейчас стоит, вот. Там в чем хитрость? Там 10 игр. Я не знаю, как остальные играть, ну короче, Сонька с 10 играми, ну самыми крутыми, на их мнение. А говорят, там отстает игры на то ли 3 секунды, то ли 2 секунды. Ну, короче, не так комфортно играть. И кто-то разочарован, кто купил вот эту новую версию Соньки первой, там ограниченная какая-то версия для фанатов Соньки первой. Вот. Поэтому я думаю, что у кого топовые компы, я думаю, ну, смысл был бы сэкономить. Просто через эмулятор поиграть в игрушки. Вот. Это вот если совсем там слабенький комп и эмулятор просто ни в какую не запускается, да? Ну, я думаю, даже если у кого-то 2-гиговые карты, минимум видеокарты и 3-ядерный процессор, то, конечно, эмуляторы заработают. В любом случае. Для вас 3 новых сообщения. Эй, это я. У меня неприятности с делами. Короче, Джет снова нарушил границу. И нам нужен кто-то, чтобы отвезти его на другую сторону. Мы приготовили тебе машину. Слови этого парня и отвези его назад так, чтобы он... Отличный работенка, ковбой. Похоже, все в целости и сохранности. Я думаю, ты знаешь, где можно взять то, что тебе присчитается. И где? Чё? Выбирайся, в смысле? В смысле ранг? В смысле, в каком плане? Ранге не пойму. Если б я еще знал, что такое ранг, надеюсь, пройдем. Поэтому я не знаю, вот если кто-то там будет спорить или говорить, да вот, Сонька 3 круче, ваша Сонька первая говно, или Сонька вторая говно. Ребят, я считаю, что если ты фанат Sony PlayStation, то ты должен понимать, что есть ценители классики, есть ценители этой, Соньки 3. Так, стоп. По какой линии я еду? А, направо, что ли, сейчас? Наверное, да. Просто, что люди не могут понять, то, что... Каждая платформа, она по-своему хороша. То есть крутые игры выходили и на Соньку первую, и на Соньку вторую, и на Соньку первую, и на Соньку третью. И каждая платформа, она, ну, по-своему офигенна. Вот. Так. Ага, Вашингтон Эстейт. Блин, сейчас погода резко поменялась, теперь у меня такое чувство, как будто это, сон клонит.
Да, вот Вашингтон Стейт. Да блять! Откуда ты взялся? Стоп. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо дело. Это ящик. Взрывоопасный ящик, мать его, так. Хорошо, что именно время не отчитывается. Вообще, оригинальная миссия, хоть и старая игра, но остались какие-то оригинальные эти задания. Это довольно прикольно. Ну, знаю, что игра 98-го года или 9-го. Да, 9-го, раз. Так, стоп. А заехать мы можем где-то оттуда, что ли? А где там заехать? Здесь? Походу, что да. Оу. Ребят, вы что делаете? Оу, ты что? Нифига себе тут эти загоны. Китайский... Короче, китайский какой-то загон, да? Опереди их или что? Или завали их? Например, мне что в драйвере приятно видеть. Вот представьте, я играл в San Andreas. Все играли, блядь, в San Andreas, да, ребят? Не отрицаем этого. Каждый пиздюк играл. Школьник. Vice City, San Andreas. GTA 3, кстати, не все играли. Я не знаю почему, но... А может и все. Я помню, короче, когда брату я установил GTA 3, мы тоже в нее пытались рубиться. Вот, в GTA 3. Но прикол в том, что у меня компа не было, а у брата уже был комп. И я помню, брату приносили игрушки, ну, крутые на тот момент. GTA 3, Half-Life, по-моему, первый. Вот, что еще? Вольфенштейн, возвращение в замок Вольфенштейн. Еще этот диск был Ренегат, Command Conquer Ренегат. Вот. Кстати, не знаю, на удивление, Ренегат прикольная игрушка. Вот. Но она тоже своеобразная, но там прикольно то, что, ну, первая игра, которая там в полном 3D. Но какая-то атмосфера прикольная вот этого Command Conquer была. То есть они ее полностью сделали в 3D, ну, противостояние сделали, конечно, прикольное. Там были и танки, по-моему, и джипики. Вот. Я, кстати, и Вольфенштейн не стал, по-моему, это полностью проходить. Замок Вольфенштейна. Игрушка просто тоже довольно непростая в свое время. Миссии там есть, конечно, сложные. Вот. Ну, не знаю, если сильно захочется Ренегат поиграть или записать, то, в принципе, я, может быть, геймплей Ренегата покажу. Тоже не все, наверное, знают игрушку эту Ренегат. Но она довольно, как сказать, крута была в свое время. Вот. Так что о некоторых прикольных играх, которые в свое время цепляли, не все знают. Вот. Так, ну и шо? Чё происходит? Ты дебил, мы опоздали! В смысле? Куда мы опоздали? Время не истекало.
куда-то ехать там. Направо и налево. Окей. Стоп. В смысле, а куда я еду? Телеграф. Тьфу ты, я запутался. Так, стоп, телеграф, это значит... Блин. Не туда, немножко. Ляха-муха. Так вот, по поводу GTA-шек. Вот когда ты в драйвере видишь Сан-Франциско до GTA San Andreas, когда игрушка еще старее GTA-шки, то это довольно приятно, что некоторые места ты узнаешь из Сан-Андреас. Вот именно в первом драйвере ты узнаешь Сан-Франциско. Другие города я еще не видел в первом. Ну, не помню точнее. А во втором, короче, Вегас. Тот самый Вегас, третий город, Лас-Вентурас. Там я узнал, короче, Сан-Андреас корабль с черепом. Он был в Сан-Андреас возле точки сохранения. Вот. И, короче, по-моему, этот, казино двух драконов, но оно по-другому названо, тоже довольно было приятно, забавно видеть это, короче, в старой игре. Не в новой, а в 2000-й игре. Почти доехали. Тут еще физику надо соблюдать. По факту. Пытаемся ее, ребят, соблюдать. Физику. Сейчас, секундочку. Жарко, капец. Наверное, опять снова. Вентилятор включить, блин, дохнешь, как это, муха. Чего? Ладно. Тут что еще непривычно, то что миссии тут с подмиссиями. То есть если тут миссии 20, то в какой-то из миссий может быть миссии по 3, по 4. Ну, в общей сложности, по-моему, в первом драйвере миссий 30, что ли. А вот во втором, по-моему, миссии уже 50. То есть во втором там реально много миссий, вот, и она довольно, наверное, обширнее и симпатичнее выглядит. Ага, почти доехали, да? На встречку, что ли, поехали, да? Печально. Ой, блядь. А эти не сбиваются, что самое интересное.
интересное. Но здесь у меня очень сильные, как сказать, сравнения с GTA-шкой. Не знаю почему. Так, мисс... Чего? Ладно. И вот когда во втором драйвере все были в шоке, что можно выходить из машины, это было круто на тот момент. Ты мог реально разбить тачку, как в первом драйвере, вот, выйти из машины и взять тачку другую. Но там, конечно, выбор машин был где-то, ну сколько, чтоб не соврать, ну, наверное, 6 или 8 разнообразных машин в городе, и ты мог их менять. Они были, конечно, местами однотипные машины, но все равно свобода действия была. Вот. Да и копы на тот момент были очень зверские в драйвере втором. Да они и в первом тоже нелегкие, я скажу. Так. Блин, вот некоторые миссии выполняешь, и с переводом не знаешь, что за описание миссии. Нет, но я понимаю, что вы сейчас типа скажете, нахрена ты ролики удалил туда-сюда, короче. Я почему их удалил, они практически, ну как сказать, смысловой нагрузки не несут. То есть ты играешь копом под прикрытием, вот. А вот конечный ролик я либо попробую записать, а если не получится записать, я его просто, ну как, вмонтирую в игру. То есть они проигрываться будут этим плеером, вот, но они будут показаны после последней миссии игры, короче. Вот, концовку игры вы увидите, а так мы играем копом под прикрытием и пытаемся втереться в банду, чтобы всех планы просто, ну как, разрушить. И все. Так, мне кажется, я не с той стороны поехал, да, но можно уже с передней поехать. Мы, наверное, так и сделаем. Вот. Я первый драйвер, кстати, забыл. То есть, если... Ну, мне напоминать, помнишь ли ты драйвер первый в сюжете или нет, я его забыл. Я его, наверное, играл, ну, чтоб не соврать. Так, я не пойму, что так далеко ехать, что ли? А, подожди. Я все забываю, что мы беленькая полоска. Значит, мы правильно едем. Так. Так вот, и физика неплохо на тот момент работала в первом драйвере. Я имею в виду в плане разрушаемости, что бочки вот разрушить можно и так далее. Физика была. Кстати, вот такая физика примерно разрушения полноценная начала быть в этой, в мафии первой, City of Lost Camp. Мафия, кстати, тоже офигенная игра, но всем мафия первая не понравилась реализмом, что... На светофор там нельзя превышать, копы там штрафы мутят, застрелить тебя могут. На самом-то деле, ну, это реализовано круто. Но как оно геймплейно играется, конечно, играется очень тяжело. Вот как драйвер играется очень тяжело, так же и, наверное, первая мафия играется тяжело. В плане миссий. Так, сюда, да? Да. Отлично сработано. Отлично сработано, мясо переработано, да?
Мне порой кажется, что я не понимаю, что происходит, но может мы продвинемся и будем побочные оставшиеся миссии выполнять. Вот, а что нравилось делать в первом драйвере людям, то, конечно, гонять. То есть, представьте, да, у вас Сонька первая, а вы можете по городу погонять, потолкаться, увидеть вот такое небо красивое на тот момент, воображение было. Кататься по какому-то крутому городу, посбивать вот эти флаштоги. Блин. Так. Да ё-моё. Да, не так правильно. Здорово. Кстати, на русских похоже. Это случайно не так русские ходят? Нет? Я как похожа на русского чувака. Ну ладно. Ну, тоже симпатично выглядели люди на тот момент в драйвере. Да и деревья тоже на удивление выглядят. Я помню, как GTA 4 деревья выглядят. Это просто пиздец. Игра, по-моему, 8-го года. Или конец 8-го. А деревья выглядят, блядь, будто, не знаю, 5-го года деревья, блядь, Сан-Андреа собрали. Вообще, придраться можно к любой игре. Поэтому... А, все, я понял, что за миссия. Так. Тут чуваки будут. Это ролик должен был быть. То, что они там нам скажут. Что-то знают. Так. Или два сохранения сделать. Хрен его знает. Только думаю, зачем два? Хотя, в принципе, блин, почему нет? Так. Лишнее, как говорится, сохранение не помешает, да? Так, сколько там? Для вас 3 новых сообщения. Охереть. Подожди-ка. Для... Эй, братан, у меня для тебя есть новости. Тащи сюда свою задницу. И все? Че, две машины только? Хм. Я выбираю вот эту. И че? И я же вроде выбрал, разве нет? В смысле? А почему? У нас есть кое-какие планы, которые нужно сделать. Работа как раз для тебя. Тут просто нечего и думать. Давай присоединяйся. Ну, давай. Если бы я еще знал, что за фигня. Дождь пошел. Я просто не понимаю, почему-то, когда я там выбрал миссию, точнее, машину, я не мог выбрать задание. Мне это очень смущает, почему я не могу в том задании спокойно выбрать тачку и жевать жвачку. Вот. Вот. Кстати, мне недавно шокировала новость. Ну, просто так говорю, не говорю, что типа вот. Короче, я раньше любил конфеты. Блять, все мы любили конфеты. Тот же чупа-чупс, там, не знаю, всякие жвачки, ну, жвачки. И когда я услышал, что в Скитлсе какие-то вредные химические
вещества, которые добавляются в клей и пластмассу, и которые могут разрушить клетки мозга и печени в больших количествах. Меня это шокировало, потому что дети едят в больших количествах вот эту всю хуйню. И, блин, вы представьте реакцию родителей, да, когда, ну, потом объясняется, что вашему ребенку стало херово из-за конфеток. То есть он у вас инвалид только из-за того, что вы кушали конфетки все это детство. Вот на месте родителя я бы был бы в ахуе. Вот. Но мы живем, видимо, в такое время, когда это считается нормой, и все у нас идет кувырком через жопу. Вот. Это очень печально, потому что тут проблема в чем состоит. Я говорю как здравомыслящий человек. А проблема в том, что здоровье в наше время пошатливое еще больше, чем раньше. И когда мы болеем чем-то всяким, это превращается не в то, как клятва Гиппократа, когда врач лечит, чтобы человек просто тупо банально не скопытился. А это превращается, грубо говоря, в коммерцию. Бизнес, коммерцию. Так, куда нам направо? Хотя можно налево. И когда ты понимаешь разницу между бесплатной поликлиникой и платной, то страшно становится, когда людям не остается выбора, как идти в бесплатную. Вот. И мне очень страшно за людей, которые идут в бесплатную клинику, и их жизнь сокращается только из-за того, что существуют халатные врачи. Я не говорю, что так есть везде, но вот, например, говорят случаи, когда после операции человеку стало плохо еще до операции все норма, а после операции вообще жопа. Это печально, ребят. Это страшно и печально, когда это касается кого-то родного человека. Я почему эту тему затронул? Потому что... Чего? Потому что остановить? Ёпарсы-то. Подожди-ка, иди сюда, товарищ. Потому что когда мы коснулись темы вот этих ёбаных конфет, я вспомнил, что здоровье — это важная штука. Да ёпарсы-то, ты шо? Иди сюда, бля. Говнюк. Сучара. Потому что банально даже вырезание аппендицита очень страшно, если делает какой-то неопытный врач и оставляет там ватку, хуятку. И вот представляете, тебе потом говорят, ой, нужно тебе еще животик спороть, чтобы вытащить там ваточку, хуяточку. И ты понимаешь, что это не просто вырезать бумажку и заклеить. Это не как бумажку заклеить и нормально, что бумажка будет работать. Ну, даже если сравнивать с бумажкой, я знаю, что если даже листочек склеивать в тетрадку, естественно, у него не будет уже такого первого состояния идеальной тетрадки. Вот с телом точно так же.
если шов сделают неправильно или еще он загноится. Ну, короче, я не буду вам объяснять, я думаю, вы понимаете, к чему я все клоню. Вот. Потому что просто такие мысли появляются, потому что когда ты живешь в такой ситуации, тебе становится не по себе. По-человечески. Блять. А, ну все, да? Походу мы его вздрюкнули. Так. А перезаписать можно у нас это. Так. Для вас три новых сообщения. Эй, мужик, твои братаны мотаются по городу, но они шестерки. Короче, ищи колеса и приезжай на стрелку. И тогда ты увидишь, что есть у меня. Нам нужна полицейская машина. Плата как обычно. Мы знаем, что ты сможешь достать ее для нас. Но ради бога, не нужно ее корябать и мять, как всегда. Ну, давай попробуем добыть. Чё за город? К тюрьме? Нифига себе. Заданица. Прикольное местечко. Наверное, какой-то новый город. Они тут не объезжают что-то, чуваки. Не объезжают. Не хотят. Почему-то. Да, прямо по боковой улице шагаем. Хоп. В смысле хоп. А. И налево, походу, да? Так, приехали, да? И... Ага. Охота? Интересно, на нас, что ли? Или на кого? Опять! Ёпарасота! О, блин, тачку так заносит. Погоня мне тоже чем-то GTA-шку
Сан-Андреас напомнил. Куда ты едешь? Ну ладно. Блять. Сука, вот если бы... только не потеряй, пожалуйста. А то я помню, в драйвере можно, блядь, цель нахер потеряли. Тут, блядь, ну что тебя так заносит, сука? Ох ты, блядь, тачка поп. Вот я и на карту по поводу того, что можно цель потерять. Тогда надо пытаться. Останови чувака. Будем останавливать. Блядь, ее заносит в жопу. С ручкой. А, ну еще дождь идет поэтому. Физикса работает. Давай. Ну. Чувак, тебя что, тачки даже не останавливают, да? Да ты крутой. Мать твою. Вот так его догнать. Вопрос. На засыпку. Ну, я тебе урон делаю, нет? Какой-то урон я ему пытаюсь сделать, это уже какой-то плюс. Карма. Плюс. Ну. Блин. И так-то просто реагировать, когда на что-то пытаешься реагировать. Ух ты, блядь. Что-то я не припомню, чтобы... Ну? Давай. Еще чуть-чуть, ну? Ну же. Блядь, куда ты поехал, ёбок? Блядь. Стоп, куда ты, сука, едешь? Ай-яй-яй, коко джама, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, коко жамбо, ай-яй-яй. Так, стоп. Ага, давай, ну. Ну. Да ёпарасы ты, едь вперед просто. Начальники. Мы почти сделали, начальники. Давай. Ну. Его заносит, ну. Да ёп твою же мать. Что ж я его догнать, сука, не могу? Этого придурка. Блять, реально мне не смешно. Я втопил тут газу. Словно. Ну? Ну? Давай. Сделал его. Было бы это так просто.
Тише едешь, дальше будешь, чувак. Так, а куда там дальше поворачивать? Прямо и направо, что ли? Похоже, что так. Вот мы и почти, ребят, доехали. О, Голливуд. Это, походу, Беверли Хиллз. Прикольно. Прикольно. Так вот, если вы говорите, что старые игры, они могут быть неактуальны, на самом-то деле ремейки Дума сделали, BFG Edition выходила, все перепроходили классику Дума. Вот. Потом ремейк Call of Duty выходил, ну Call of Duty она чуть поновее, конечно, тут не поспоришь. Вот. Год 8. А вот ремейк Мафии Definitive Edition. Вот это да. Это классика. Потом классика Резика выходил. Он, правда, конечно, третий спорный получился. Второй он более-менее приближен к оригиналу. Но третий это просто короткий такой кусочек. Якобы, ну, до того резика не дотянулось. Налево? Ну ладно. До третьего резика, увы, не смогли дотянуть до того ностальгического. Поэтому лучше перепройти резик на эмуляторе с улучшенными текстурами и получить кайф. А не то, что нам преподнесли кусочек вырезанного резика. Я как фанат резика в резике третьем немножко разочарован, что они не делали по канону. Того же червя нет. Ну ладно, это так уже. Моя позиция, это ощущение любимости. Так, ну что тут у нас? Что это вообще за места тут? Хорошая работа. Радуха. Тыкс. Тыкс. Для вас 4 новых сообщения. Ни хрена себе.
Эй, мужик, ты думаешь, ты самый крутой, но я еще надеру тебе задницу, потому что я мужик. Да? И чё? И как выбрать? И? А как выбрать-то? Выберите машину, но я-то выбирал. И чё? Я не могу выбрать. Ладно. Поступили сведения, что появилась бригада Грангера. Мы собираем команду, чтобы как следует врезать им. Нам все еще нужен водитель. Я думаю, ты внесешь разнообразие в на. Эй, мужик, это мы. Короче, нам нужно дернуть из Беверли-Хиллз. Давай, приезжай, мы будем ждать тебя. Ну давай, дернем из Беверли-Хиллз. Погнали, чё. А, это сначала нужно, походу, забрать, а потом свалить. Я, по-моему, даже знаю, что был сериал, по-моему, Beverly Hills 99, что ли. Я и, правда, не знаю, о чем он был, но, видимо, о каких-то звездах. Вот. Ну, времена-то были. Чё мы только не смотрели. И Тайны Смолвиля. Зачарованными. Ну как обычно. Ждем. Ждем. И что еще я помню из таких вот сериалов, что крутились. А, ну эти еще показывали. Блин, забыл. Реально забыл. Ну и чё, когда? Да ладно. Ну вот как я и думал, просто забрать. Тэкс. А куда нам-то свернуть-то? Так, прямо и направо, да? Не, ну в нашем случае тогда налево. Налево сюда, наверное, да? Ну, кстати, Тайны Смолвиля, я не знал, что вообще сериал о Супермене. То есть для меня был Тайны Смолвиля какой-то молодежный сериал про чувака, который нашел какой-то камень. Я просто не думал, что Криптоник это был Супермен. Считай, малой был, еще не догнал до этого на тот момент. Топлик. Кто козлы? Они козлы? Или мы козлы? Понятно, что происходит, ну ладно. Попробуем в этом дерьме разобраться. Но я думаю, я долгие стримы по драйверу не буду делать, оно в принципе, как сказать, одинаково. Вот.
видосики по драйверу. Ну, точнее, схожи. То сейчас некоторые подумают, что я это... Не хочу ничего делать. Так. Сюда. Для вас три новых сообщения. Китайский. Эй, ковбой, у меня есть сработка. Для нее нужен кто-то, у кого нервы, как камни. Как стальные канаты. И я думаю, ты подходишь для нее. Свяжись со мной, как обычно, и мы поговорим. Связного, что ли? А это похоже на нее. Походу Нью-Йорк. Даже поворачивать-то. А, надо направо. Направо и налево. Так и сделаем. Тачки, конечно, забавно тут летают. Ничего не скажешь. Эффекты тут, конечно, громкие, тут не поспоришь, но клёво.
Интересно. Так, а дальше чё? Ещё раз, что ли, сохранение сделать? И записывать, что ли, тогда 2 и 4. Так, что тут? Для вас одно новое сообщение. Одно? Чего? Не понял. Что это значит? Охренеть, я понял. Смысл я понял. Оу. А ну-ка, блядь, иди сюда, нахуй. Вот пидорас. Вот же пидорас. Пидорас, пидорас. Пидоро, 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 пидоро. Пидоров, пидоров, да. Нифига себе, блядь. Это не просто, это не просто. Блядь, блядь, что ж так тяжело куповской этой тачкой управлять? Это ж просто обосраться. Вы бы знали. И как это мне сюда пройти? Ох, как ее трясет, я бы знаю. Блять, он специально вот так поворачивает, чтобы это. Я на большой скорости мог это. Короче, помню, как пользуешься. Ну, ну, давай, догоняй его, ну. Ладно, у меня что-то сомневал, как 10. Да ладно. Ты издеваешься? Серьезно? Сука. Куда ты, сука, поехал? Блять. Я-то его вижу, алё. Блять. Тихо. Какое же тут управление-то косячное, ребят. Да ё-моё. За это я драйвера ненавижу просто. Нет, я ему урона вообще никакого не сделал. Это ж обосраться, блядь, просто.
Как его догнать, этого долбоёба? В смысле? А что это значит? А по... в смысле, просто за ним последовать, что ли? Ну ладно. Для вас 3 новых сообщения. Нам нужна машина. Нам нужно больше машин в городе. Ты нужен... Ну? Далековато ехать, однако. Да. Нифига себе. Прямо и налево. Кого выследи? Ага. Что-то он как-то медленно едет. Я бы сказал. Это очень странно, конечно.
Интересно, выследи или останови? Он вообще куда-нибудь едет, нет? Сам. Это очень как-то странно. Чувак, тебе, по-моему, туда надо ехать, нет? Их надо разрушить. Тьфу ты, блин. Ага, осталось две машины. Все, тогда я понял. Че париться-то? Возвращайся в мотель, окей. Мотель так мотель. Я думал именно проследить, а не остановить. Но буду знать. Икс. Чё это у нас тут мотель находится, аж возле парка? Окей. Чего? Если бы я еще знал, как отсюда выбраться, было бы вообще замечательно. Так. Нифига себе. Далековато, я бы сказал. Но я думаю, наверное, если после этой миссии будет сохранение, наверное, на этом закончим стрим. Если даже не раньше все это закончится у нас. Случайно. Вот. Но я, наверное, буду уже заканчивать. Наверное, на сегодня, в принципе, хватит. Много что постарались обсудить. Так, и налево, что ли? Наверное, да. Да. Да ёбаный да. Мы, в принципе, неплохо сегодня тут поиграли. Поржали, посмотрели, поиграли. Да, я понимаю, в принципе, ничего особенного, но на тот момент игрушка была просто улёт. Зачёт, улёт. Вообще класс. Да. Чё, мы уже повернуть не можем направо? Уже всё? Момент пропух. Мост какой-то. Пау. 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 Кегли. Играем в кег. Кегельки. Тыщ. 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 Опа. Никто так не мог. Как парень не смог. Так, что-то я сразу вспомнил эту зеленую саблю. Тут тоже есть тачка, похожая на зеленую саблю. Как в Сан Андреас. А, совпадение? Не думаю. Икс. Дальний поворот. Икс.
Вроде херачик такой прикольненький в игре. Там, где эти находятся эти следы звезд. Другие нет. Я ошибаюсь. Я не здесь. Нет? Я спутал, да? Ну, Бродвей что-то знакомое что-то. Ну, вроде раньше на Бродвее что-то эти показывали. Следы звезд. Я не понимаю вот это, знаете, типа. Почему у нас в Бродвее такого нету, да? Представляете, там какой-нибудь, там, не знаю... Я даже не знаю, кого из актеров брать. Ну, взять Бондарчука, да? Типа, представляете, в Москве где-нибудь след Бондарчука и изображение какого-нибудь русского молота с изображением руки Бондарчука. Блять. Эпично было бы. Да. Да. Почти доехали. Или там, не знаю, жопа. Изображение жопы русской какой-нибудь порно-актрисы. Какой-нибудь. Нет. Первой русской проститутки. Было бы смешно. Но нас этого не сделали, потому что всем... Я думаю, вы знаете, что я хотел сказать. О каких Бродвеях может быть речь в Москве. Если в Москве даже... Асфальт, коммунизм иногда. Но это так, чисто русские реальные жестоких чуваков. Да. Ну этих рабочих. Даже я бы не сказал чуваков, рабочих. Рабочие, которые хотят это. Аванс. И берут авансом сами. Короче, дорогие друзья, произошла ошибка стрима в конце, поэтому я повторюсь про мотивацию рабочих, которые дыбрят асфальт. Вот. Ага, вот и поездка с президентом, да? Сынок, мы куда? То есть, получается, если бы мы эту миссию не начали бы, мы бы не пришли к этой последней миссии, да? Хороший из нас, сынок. Президент. Мистер Сэндмен. Я что хочу сказать, пока мы будем ехать. В принципе, может, я, конечно, не все миссии вам показал, и то, что с роликами так не смог сделать, но... Хороший издал, сынок. Я вам, главное, показал, какие миссии в драйвере, чем они интересны, почему они напоминают GTA очень сильно, вот, почему эта игра очень была популярна в свое время. Вот. Мысли кое-какие у нас разные были. Ну, в принципе, я надеюсь, вам понравилось. Я последние ролики смонтирую, потому что они почему-то при записи глючили
И под конец мне всю запись чуть не похерили. Вот. Так что, в принципе, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Не забывайте обязательно про колокольчик. Мы будем проходить очень-очень интересные игры, дружочек. Разные, не только какие-то средних годов. Но вообще те, которые мне на ум придут. Вот. Так что, в принципе, игры — это искусство, игры — это интересно, игры похожи на фильм. Вот. Игры делают по книгам, по сериалам, по настолкам. Так что, в принципе, игры — это классика. А классика, как говорится, всегда бессмертна. Правда ли, друзья? Вот как-то так. Вот. Так что, в принципе, надеюсь, вам это прохождение понравилось. Мы старались. Мы общались, мы показывали, мы показываем то, что, может быть, не покажут другие, или просто такие мысли не выразят другие люди. Люди-то разные, у каждого разные свои предпочтения, вот. Так что, в принципе, спасибо, что были на нашем канале. Вот. Ну а с вами был Казаку Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч и всем, как говорится, отлично сработано. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Сэр, с вами все в порядке? Да, все хорошо, сынок. Мы взяли их. Вы в порядке, сэр? Мы их взяли. Таннер, Касталви, Хэнк, вот. Возьми свой значок, Тадда. Сколько ФБРовцев он подкупил? Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно время. А пока возьми значок, Тадда. Возьми, Тадда. Ну, возьми же ты его, наконец. Тадда, ты не можешь просто так уйти. Не можешь. Тадда, ты здорово подставил свою задницу. Ты это понимаешь? Это твой последний шанс, Тадда.